Впечатления какие могут быть самые лучшие? Когда выигрываешь, все нормально. Надо поздравить, тоже поблагодарить болельщиков, которых нас сегодня было много. Поддерживали нас до конца. Повторяю, когда выигрываешь, все хорошо. Было сегодня моментов, где команда, да, физически подустала, где не успевали в некоторых моментах, когда прессинговали, когда в завершении атаки где-то, может быть, и свежести не было. Ну, оно само по себе, еще пару туров, я думаю, оно станет на своих местах. Buen partido. У нас получился неплохой матч, мы хорошо начали игру, пытались нарастить темп по ходу матча, и я считаю, что «Металлист» добился заслуженного результата. Физически мы набираем от игры к игре, сейчас наши кондиции не оптимальны, но через несколько игр мы будем выглядеть лучше, и каждая игра нам будет помогать в этом. В первой игре чемпионата всегда важно выиграть. Это придает уверенности в своих силах. Сегодня мы сражались на поле, и это принесло свой результат. Попался в первом туре очень хороший соперник нам. Но я думаю, что мы с каждым туром будем прибавлять. И к Лиге чемпионов, в квалификации подойдем в полное оружие. Ну, дома, конечно, приятно всегда играть при своих болельщиках. Самое главное, что мы выиграли. Я говорю, что первая игра, может быть, не все получалось. Но самое главное, что добились положительного результата для себя. Почему не получалось забить чуть раньше? Казалось, и моментов много было. Да, ну, это футбол. Бывает, иногда в пустые ворота не забивают, а с центра забивают. Это не знаю, почему так случается. Наверное, этим он и интересен, футбол, то, что непредсказуем. Сборы прошли, как сейчас состояние? Вот на 4, на 3, на 5, вот примерно, физически? Ну, все отработали хорошо. У меня лично нормальное физическое состояние. Усталости не чувствуется, вот только когда играли на сборах, на фоне усталости через два дня, на третьего, нет? Да, нам дали отдохнуть, в принципе, восстановили нас. И я думаю, что команда сегодня достойно играла, ну, было движение. Может быть, чуть-чуть не получалось там кое-что, но это первая игра, в принципе, чемпионата. Я рассчитывал, что будет тяжелее. А так, в принципе, сегодня игра нам давалась, создавали много моментов, много раз ударили, много угловых подали. Я думаю, мы полностью контролировали ход игры, и то, что мы забили один гол сегодня, это просто невезение. Видели, много моментов было, не везло. Концовка, как всегда, 1-0 выигрываем, естественно, что команда пытается отыграться, и концовка где-то получилась чуть-чуть нервоватенько, но это нормально. Ну, игра на игру не похожа. Сегодня такая игра, завтра другая. Это футбол, и нельзя все время одинаково хорошо играть или одинаково плохо. Физическое состояние? На 5? Физическое не может быть на 5, потому что только начался сезон. Естественно, тяжело где-то, еще надо набирать физику. Я думаю, через игры это и будем делать. Когда выбывает лидер команды, это всегда тяжело, и свой отпечаток откладывает на игре команде. Но мы постараемся как-то выходить из этой ситуации. Ну, в принципе, сегодня и Бланк играл неплохо. Так что я надеюсь, он его заменит достойно.